Спасибо большое за предоставленную возможность поговорить с нашими коллегами. Опять же, времени очень мало. Итак, уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на основные метаболические процессы. Мы много говорим с вами о различных подходах при прооперативных синдромах, при заболеваниях эндокринной системы, о нейроэндокринном обеспечении иммунного гомеостаза. Но я прошу обратить внимание на то, что основные метаболические процессы с участием фолиевой кислоты – это не только обмен метионина, это не только репарация ДНК, о чем много говорили, это, так сказать, участие в синтезе серотонина и участие обязательно в жировом обмене. Мы много говорили о жировом обмене, поэтому на сегодняшней презентации мне хочется так немного сократиться, а анимация время длительная, поэтому надо сказать, что фолиевая кислота не просто препятствует фотостарению, что чрезвычайно важно для женщин, повышает коэффициент неразрушения клеток ультрафиолетовыми лучами, оказывает положительное влияние при терапии акне, то есть внешний облик женщины, не только ее внутреннее содержание. Мы говорим, что сейчас очень много соматоформной депрессии, которая определяет лицо, таких отрицательных моментов в жизни женщины. И то, что участие в синтезе серотонина фолиевой кислоты говорит о том, что очень многие решаются вопросы для профилактики депрессии при дефиците фолата. Снижает уровень гомоцистеина. Мы говорили с вами очень не раз, что гипергомоцистеинемия – это не просто дорога в болезнь, в сердечно-сосудистую патологию. Но это участие, как уже сказали, в репарации ДНК. Уменьшается, что очень важно, риск дефектов нервной трубки. И, конечно, ускоренное старение, которое очень часто не сводит человека раньше времени его смерти, уводит в могилу фигуральную. И это очень важно на сегодняшний день знать практическому врачу, что фолиевая кислота препятствует жировой инфильтрации печени, улучшает функционирование кишечника. А когда мы говорим с вами, что по самым скромным подсчетам ежегодно в мире более 2 миллионов случаев вирусного гепатита, который приобретает очень часто хронический характер, то мы понимаем, что прием фолиевой кислоты или препаратов, которые позволяют женщине остановить мгновение старости, чрезвычайно важно. Потребность в фолиевой кислоте повышена при следующих патологических состояниях: беременности, роды, у грудных и маленьких детей рост и развитие, глютеновая энтеропатия, различные формы анемии, пермициозная, пластическая, агастральная, железодефицитная, постгеморрагическая, лучевая болезнь, которая приняла определенные такие неприятные очертания после национальной трагедии Чернобыля, лейкопения, различные этиологии, болезни тонкой кишки, продолжительные и достаточно различные диареи, которые на сегодняшний день приводят не только к уменьшению, так сказать, дефициту массы тела, но и другим состояниям. Болезни печени, алкоголизм, лихорадка, гемодиализ при хронической недостаточности почечной, длительные текущие заболевания, стресс и операции на желудке. Когда мы говорим о старении, это соприкасается с теми темами, которые занимаются гинекологи-эндокринологи. Старение не просто измерение и изменение регуляторных систем женского организма. Это изменение количества и состава активных генов, которое проявляется в накоплении повреждений ДНК, повреждении молекул белков и жиров, отсутствие обеспечения тех репаративных процессов, которые позволяют нам считать, что молодость можно, если не вернуть, то хотя бы продлить. Это изменение количества гормонов и биологически активных веществ, что усугубляет повреждения клеток, и поэтому репарантами ДНК на первом сцене событий выступают фолаты. Зачем гинекологу на практике знания о старении? Мы много говорим о наших гинекологических заболеваниях, но условием долгожительства на сегодняшний день – это пренатальное развитие и постнатальное развитие. И мы говорим о том, что есть такие оазисы на нашем, так сказать, первом шарике, где люди живут до 160 лет. Поэтому это чрезвычайно важно. Условия долгожительства, пренатальное, постнатальное развитие. И поэтому есть единственный вывод, который сделала такая уважаемая лаборатория математического моделирования процессов старения Киевского института геронтологии Национальной академии наук Украины, что именно в раннем онтогенезе программируется потенциал долгожительства. И поэтому перинатальная медицина возникла не на пустом месте. И сегодня вот этот тот мостик между здоровым долголетием и проблемами перинатальной медицины мы с вами сейчас должны созидать практически врачи-акушер-гинекологи. Когда мы говорим о метафалине, одним из самых таких интересных событий, которые расширяют возможности прегравидарной подготовки в Украине, стало появление принципиально нового поколения коков. Это комбинация современного дроспиринон-содержащего контрацептива с метафалином, активным метаболитом фолиевой кислоты, 5-метилтетрафолат.
И вы сейчас слышали блестящее выступление Татьяны Феофановны, она говорила, мы полностью согласны о том, что такая самая загадочная и, к сожалению, любимая болезнь в силу распространения у гинекологов, как генитальный эндометриоз, то мы тоже, так сказать, в своей практике, в своей клинике получили прекрасные такие положительные результаты при применении драспиринона или лизана при этом заболевании. События, которые сегодня знаменуют начало нового этапа, как гормональной контрацепции, так и витаминопрофилактики, это потому, что стало возможно не только предупреждение нежелательной беременности и гормонально зависимых заболеваний, то есть тех гиперпролиферативных заболеваний не только генитальных, но и органов мишени, произошло снижение риска врожденных пороков у детей и осложнение гестации в будущем. Вне беременности дефицит фолата формирует малые симптомокомплексы, которые значительно снижают качество жизни и ухудшают самочувствие женщины. Астенические проявления, дисфорические нарушения, ухудшение памяти, что трагедийно, угнетение секреторного звена иммунной системы, мы знаем, что иммунитет – сторожевой пес организма, нездоровый цвет лица, тусклые ломкие волосы, которые ухудшают у женщины не только настроение, но и ухудшают качество ее жизни. Акушерский перинатальный интерес обусловлен тем, что субклиническое нарушение метаболизма фолатов вне беременности в большинстве случаев ярко манифестируют при беременности. Поэтому мы с вами знаем, что беременность является как бы лакмусовой бумажкой состояния здоровья женщины, и поэтому ее необходимо подготовить к нормальному течению этого процесса. Фолиевая кислота, надо еще тут буквально несколько слов, это при полноценном гене активность метилентетрагидрофолатрефруктазы 100% это физиологическое усвоение из продукта фолиевой кислоты. Когда мы говорим, что 10 или до 50% гетерозиготы по дефектному гену активность метилентетрагидрофолатрефруктазы 70%, то уже усвоение снижено фолиевой кислоты на 30%. И, наконец, почти не усваивается 10-12% гомозиготного носительства по дефектному гену, когда активность такого фермента, как метилентетрагидрофолатрефруктазы, составляет не более 30%. И, к сожалению, уважаемые коллеги, это чрезвычайно актуальная проблема. 62% женщин в популяции составляют группу риска. А значит, и возможности перинатальной профилактики – это чрезвычайно важная практическая задача. Какие последствия дефицита фолата? Низкий фолатный статус неблагоприятен для современной женщины. Не только возрастающей вероятностью пороков несращения нервной трубки, но и риском достаточно серьезных осложнений гестации. В том числе, мы уже много говорили на сегодняшнем и вчерашнем симпозиуме, преэклемпсии, невынашивание, недонашивание беременности, а также макроцитарной или мегапластической анемии. Существует сейчас более 4000 известных видов врожденных пороков развития. Дефекты развития нервной трубки являются собой одни из наиболее распространенных пороков развития, вызывающих раннюю детскую смертность и заболеваемость. И именно дефекты развития невральной трубки происходят, когда нервная трубка скрывается не полностью. Так в качестве справки закрытие происходит на 24-28 день беременности. Расщелина позвоночника, анэнцефалия и грыжа головного мозга. Неполный перечень тех трагедий, которые подразумевают, конечно, сказать, ужасную трагедию семьи. Если мы посмотрим в среднем по Европе, дефекты нервной трубки, распространенность, это 9,4 на 10 тысяч родов. То есть ежегодно в мире регистрируется более 4,5 случаев дефектов нервной трубки. Развивается примерно у 1 из 1000 новорожденных в России и Украине. Процесс метилирования ДНК крайне важен в эмбриогенезе. Его нарушение приводит к нестабильности хромосом, повреждению клеток не только самого плода, но и плодовых оболочек. И если мы говорим о детском аутизме, сейчас есть очень много в Украине таких обществ, которые решают эти вопросы на уровне социальных проблем. Детский аутизм – нарушение развития ребенка, проявляется в неумении общаться и взаимодействовать с окружающими, привязки к стереотипным формам поведения. Если мы посмотрим данные группы исследователей Кембриджского университета, то встречаемость детского аутизма равна 57 и выше на 10 тысяч детской популяции. В Петровской области эта цифра составляет 78 до 80 на 10 тысяч. Вы понимаете, насколько эта проблема, она, так сказать, как-то неосознанна нами. Но когда вот сейчас я имела удовольствие быть на симпозиуме «Мать и дитя в России», там выступала женщина, которая является председателем Ассоциации по детскому аутизму России. Опасность гипергомоцистеинемии состоит в формировании оксидативного стресса вследствие ингибирования ферментов, расщепляющих симметричный диметилфаргинин.
Избыток этого вещества ведет к инактивации НО-синтаза, нарушение биодоступности монооксида азота, мы уже говорили об этой прекрасной формуле, и накоплению свободных радикалов кислорода. Гипергомоцистеинемия формируется именно при дефиците фолиевой кислоты у пациентов со сниженной активностью фермента 5-10-метил-тетрагидрофолатридуктаза. Вывод авторитетных экспертов, которые занимаются этим вопросом, таков. Это витаминная поддержка необходима беременным, проживающим в странах с низким доходом на душу населения по классификации Всемирного банка. Я не буду сейчас говорить точно, в каком мы находимся с вами, так сказать, в каких странах, но скажу только одно. К совершенно необходимому в современных украинских реалиях сокращению лекарственной нагрузки на беременных следует подходить рационально. Мы говорим с вами о акушерской агрессии, мы говорим борьба с полипрагмазией. Однако, одна из приоритетных задач современного акушерства не обернулась ростом распространенности полизависимых пороков развития плода. Это наша с вами задача. Оценка полноценности рациона беременной должна стать одной из задач акушер-гинеколога и главной на этапе планирования антенатального ухода и состояния беременности. Поскольку поддержание достаточного уровня фолатов необходимо на ранних сроках гестации, прием фолиевой кислоты следует начинать сразу после отмены коков, в том числе обогащенных метафолином. И мы говорим с вами, что те препараты, которые обогащены на сегодняшний и JAS Plus, и, так сказать, другие препараты, они чрезвычайно важны, поскольку следует начинать прием фолиевой кислоты сразу после отмены коков, в том числе обогащенных метафолином. Многое зависит от состояния эндометрия. И когда мы с вами говорим о том, что вот надо ли гистогена, в качестве ремарки, коллеги, гистогены необходимы, когда есть угроза прерывания малых сроков беременности. На сегодняшний день мы должны понять, что если речь идет о замершей беременности, если речь идет о том, что нарушение рецептивности эндометрия и необходима эффективная трансформация эндометрия, тогда если применяется, мы сейчас делаем такое исследование, значит, Украина, Казахстан, Узбекистан и Беларусь, по применению гидрогестерона для обеспечения эффективной трансформации эндометрия при аномальных маточных кровотечениях. Если женщина начинает принимать, препарат не должна принимать. Но мы должны прекратить с вами разговоры, какой препарат лучше, какой хуже. Каждый препарат имеет свою профессиональную нишу. И мы прекрасно знаем, что если утрожестан, который применяется для сохранения беременности в более поздних сроках, когда вы его начинаете, вы не должны сегодня один препарат, завтра другой. Наши российские коллеги провели углубленные исследования. И когда назначают два препарата или назначают три препарата, даже вспомогательные репродуктивные технологии, то считают специалисты, занимающиеся гистогенами, что это неправильно. Поэтому каждый гистоген имеет свое положительное свойство, и для имплантации плодоперенной яйцеклетки состояние эндометрия является чрезвычайно важным. И мы должны понимать с вами, что уровень определения эндогенного прогестерона в периферической крови не является законодательным, поскольку такой пульсирующий характер прогестерона может тогда забор материала быть на том этапе, когда этот этап нормального уровня прогестерона. Поэтому мне еще раз хочется сказать, что такие инновационные подходы к решению проблемы должны быть индивидуальны, патогенетически обоснованы и с пониманием того, что мы хотим не просто кого-то потрапить, а сделать так, чтобы наши пациенты рожались полноценными детьми. Следование стандартной схеме планирования беременности, отмена коков, 2 месяца препровидальной подготовки и зачатия недостаточно для максимального снижения риска дефекта невральной трубки плода. И с этих позиций применение обогащенных метафолином коков можно считать первым этапом рациональной прекровидарной профилактики, продуманной всесторонней подготовки к своевременному наступлению желанной беременности. Нам очень приятно, что наши больные из интернета, а с другой стороны это не очень приятно, знают об этих обогащенных коках больше, чем многие практические врачи, и с удовольствием принимают их минимум 6 месяцев, а то и больше, для того, чтобы ребенок родился здоровым. Показания для назначения коков с метафолином – это контрацепция, это дефицит фолатного статуса, это акне и, конечно, те проблемы активного фолата в каждой таблетке, когда мы говорим с вами, что нужно сделать все возможное для улучшения пренатальной подготовки. Концепция КОК плюс фолат. Выводы. В настоящее время сохраняется потребность предотвращения дефектов невральной трубки. Для контрацепции и концепции КОК плюс фолат соотношение пользы и риска явно положительное в сторону приема этих коков.
целевая популяция женщин репродуктивного возраста, целевой период повышения содержания фолата в критический период формирования дефекта минеральной трубки, то есть, обратите внимание, до 28 дня после зачатия, в случае как незапланированной, особенно так и планируемой беременности. Регулярность и высокая комплаенция не вызывают сомнений. Оптимизация содержания фолата у женщин, применяющих ПОП, повышается, конечно, осведомленность о важности приема фолата перед зачатием. Поэтому не просто информированное согласие пациентки, информированное обучение. И мне хочется закончить сегодняшнюю встречу словами Плутарха. Медицинская наука добавляет годы жизни, но, к сожалению, не добавляет жизни годам. Благодарю за внимание.